так, ну мы все сделали правильно, я как всегда очень горд собой. Что догадался. Генератора запустил, энергия восстановлена. И дальше, я думаю, может быть, нам он скажет, куда нам теперь идти. Надеюсь, ты знаешь, что ты делаешь. Да. Пошли. Пошли. Я и шагу больше не сделал. Да и не делай. Так, энергия восстановлена, и чё? То есть я должен был просто подачу энергии восстановить? Или как? Давай еще раз посмотрим. Ну. Ну, подача энергии восстановлена. Я думаю, здесь нам больше нечего делать. Абсолютно. Вот абсолютно. Потому что вниз спускаться и нет возможности, и бессмысленно. Значит, по ходу дела мы тогда возвращаемся. Так, ну. Ну, подача энергии восстановлена. Значит, мы возвращаемся. Чё? Куда вот еще-то? Здесь больше идти некуда. Соответственно, мы... Опять по этой лестнице, опять по этим сусекам, закоулкам. Тут как, какие варианты? Вот сюда, на лестницу. Тут больше лестниц нет. Так, главное сильно мышью не дергать. Посмотрим, оглядимся. Ага, дальше. Не, ну просто других вариантов, правда, нет, ребят. Ага. Куда я пришел? Мать честная. А нет, а смысл-то, что я сюда пришел? Тихо. Видимо, я слишком далеко поднялся, что... А, подожди-ка. А вот туда мне как пойти? Попробуем. Да нет, 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 нет! Это что? Стоп. А что это значит? Подожди, подожди. Подожди еще раз. Ну да, все работает. Энергия восстановлена. Двигатели сейчас заработают. Ну, хорошо, двигатели заработают. Да, я понял. Так, подожди. То есть вариант у нас только... Стоп, 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 стоп. Где-то еще должна быть либо лестница, либо что? Не, не, а там слишком, подожди. Сюда не подлезешь. Нет, а как мы сюда приползли-то? Я уже забыл, честно. Здесь просто отвесный бетон. Никаких перспектив. Так, а здесь что? Тоже никаких перспектив. Где-то должен быть здесь переходик. Как мы сюда иначе пришли-то? Я ведь помню, что мы сюда пришли именно по этой лестнице. Ну, давай потихоньку будем подниматься и, как говорится, уже решать по ходу. Не, ну, допустим, там вот этот уступ, да? Уступ, к которому мы уже поднимались. Сейчас посмотрим. А, вот. Нам бы вон туда попасть. А как? Стоп. Стоп. Там есть этот самый реле. Стоп, куда ты? Да вот это, конечно, хреново. Вот этот, вот это надо. Вот это надо включить. Вот это надо включить. Стоп. Нет, не включается, да? Вот собака.
Так. Вариантов нет. Еще раз говорю, вот там. Внимание. Радиационная опасность. Вот тут тоже нет вариантов. Никаких. Так. Ну ладно, тогда что? Подожди еще раз. Мы сюда встанем. Какие тут вот через эту шахту? Вряд ли какие-то варианты. Вряд ли. Там мы уже были, там мы уже сидели, и ничего. Уходим тогда. Я тогда здесь перепрыгну. Да нет же. Так. Так. Так, ну... Нет, друзья, как-то это все-таки тяжело.